Так, дамы и господа, всех приветствую. Сегодня у нас рыбалка по первому льду. Ну, не совсем по первому, уже сантиметров 10 лед. Ну, зато более безопасный. Приехали мы на озерцо. Поставили несколько жерлиц. Единственное, что у нас сегодня с собой мотылянин. Ну, это ладно, будем на опарыша ловить. Ловись, рыбка. Большая и маленькая. Сейчас мы еще закинем туда камеру, посмотрим, как там рыбка плавает. Должен вам сказать, окуни здесь очень много. Ну как рыбу не точно я видел. Но... на дне. Глубина небольшая, метра полтора, может два, сильно. Тоже маленько помельче. Лочонка. Отлично. Первый рыбы может меня поздравить. Мелковатый, ну ладно. Не суть. Практически около льда. Еще только одна рыбина. Вон там на горизонте еще рыбачки сидят. Плохо сегодня клюет. Не знаю, то ли может от того, что мотыля нет, то ли просто он. Хотя камеру пускал. Сами видели. Ну, давайте посмотрим еще. Может быть, где-нибудь вон там. В той стороне. Может, что и есть. Кушок. Вполне. Вполне. О, ребяточки, мне уже рыбалочка начинает нравиться. Среднего размера. Уж прям совсем скучно было. Что ты как? А чем плюс опарыша? Что он там по-любому сидит? Помельче.
Еще, может, поймаем. Кое-что напало на стайку куней. Будем надеяться, сейчас что-то да поймаем. Так, господа, пусть мелковатый, но, блин, лучше, чем на месте сидеть, правильно? И ничего не ловить. На просеке. За что я люблю опарыша? Он не слетает. Интересно, без мотылку получилось бы что поймать или нет? Глядите, какая рыбалка, а, парни. Ну вот, более-менее, ребятки. Классно. Классно, классно. Десяточка бы три бы не таскать бы. Ну, видите. Так, вот такая у нас мормышка. На белом видно. Как удачно. Ох ты, как стукнуло. Как думаете, поймаю еще из этой лунки? Поставьте на паузу и напишите об этом в комментариях. Да. Те, кто написал, что поймаю, возможно, был прав. Пожалуйста. Супер. Эх, какая поклевочка была. Опять же повторюсь, там опарыш. И он по-любому там. Если был бы мотыль, я бы сейчас его замучил, особенно насаживать постоянно. Ребята, и глубина-то по кайфу, чуть больше метра. Поклевочка. И как интересно клюет. Все-таки крупная лодка. Ребятки, вот с одной лунки получилось только надергать. Пока больше не клюет. Сейчас проверим еще одну лунку. Так, новая лунка. Двух я уже выцепил.
пощипывать. Как вы думаете, сколько я еще поймаю из этой лунки? Напишите об этом в комментариях. Что за фигня? Берешь камеру и нифига не клюет. Стесняются, что ли? Короче, ничего из этой лунки, наверное, больше не поймал. Получается так. Не хочет. Дождик пошел, кстати. Такие здесь окошки. Ну, получается, я ловил тоже сегодня даже более крупных. Вот я его долго дергал. И наконец-то выдернул ёршик. Как обычно, камера была выключена. Мелкий-мелкий окушок. Рано. Это тоже какая-то мелочь по-любому. Чуть покрупнее. Что, ребятушки, вот такая рыбалка получилась. Он вообще дождик на улице пошел. Я думаю, тут особо нет смысла сидеть дальше. Нифига не клюет. Прям дождик совсем разошелся. Сейчас соберем жерлицы. Ничего мы не поймали на них. Ну вот как-то так. Видео было снято для канала Рыболовный. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И смотрим наши следующие рыбалки.